맞아. Всем привет! Сегодня я вас привез на вечерний клев, весенний вечерний клев, ловля на болонскую удочку на малой реке. Ловить мы будем на реке Западная Березина. Как мы видим, что вы видели уже, что рыбка на первых же забросах не против полакомиться нашим опарышем, и это радует. По насадке у нас сегодня опарыш белый, опарыш красный. Хотел остановиться там еще возле ручейка, поискать шитика, но время уже 5 часов вечера. На ловлю у нас максимум 2 часа, поэтому решил не тратить время на шитика. Думал, что рыбка вполне будет поклевать и на опарыша. Так, ребята, немножко о том, как я выбрал место. Смотрите, оттуда у нас течет река. Здесь она немного поворачивает. Пошел такой вот поворот и пошла туда. Здесь, как мы видим, течение останавливается. И я так думаю, что здесь небольшая ямка. И если здесь вот есть ямка, то должна быть рыба. И еще одно, как мы видим, место популярное. Хоть оно и незнакомое, новое место. Я здесь никогда не был, но если судить по берегу, здесь люди бывают. А если люди бывают, значит, они неспроста здесь бывают. Правильно? Значит, здесь рыба есть. Вот смотрите, я уже вот после закорма, да, ловлю где-то полчаса. И как мы видим, на точке у нас осталась одна уклейка. То есть плотвичка, густерка, которая была изначально. Она куда-то ушла. Возможно, нам надо докормить. Можно, подойдите опарыша. Я заехал в магазин с Маргони, взял опарыша. Опарыша грамм. Давайте-ка попробуем. Подотянем два мотылика к белому опарышу. Впервые пробую, поэтому. Меня не смотрите, я здесь просто проездом. Был, у меня здесь дела были в этих краях, поэтому не подготовлен, без ботов. А тут клещи оказались, и клещей много. Опа-на, плотвичка-то на месте. Ребята, вы видели? Она, оказывается, не хочет мотылика, да? Зараза-то такая. Ой, мотылика она хочет, опарыша не хочет. В общем, в этом году мы будем часто с вами ловить болонской удочкой на реке, на малых реках. И на многих малых реках. Ага, бляха-муха, есть-то рыбка. Единственное, что... Не взял камеру с собой с зумом хорошим, чтобы снять поклевки. Я попробую, может, и это снимет, но
очень быстрая проводка получается. Поплавок 4 грамма. Легковатый немножко для этого участка реки. Он как бы здесь, вот, где течение останавливается, вот в этом круговоротику. Нормально. Но на самой границе, где течение и вход в эту ямку. Понимаете, в чем дело? А 4 грамма для этих целей маловато. Уклеечка, уклеечка. Поводок, как вы заметили, используем длинный, 70 сантиметров. Я готов, я поставлю. Не церемонюсь, в общем. Ну а зачем? Есть готовые поводки. Поставила, и тем более, это же баллонская ловля. Рыба. Чем длиннее поводок, тем смелее поклевывает рыба. Ну это я так думал, как оно на самом деле, я вам сказать не могу. Здесь у нас специалисты, можете поправить. Ну, я вам скажу, место такое хорошее. Рыба, как видите, отозвалась сразу же. 5 шариков всего. И вот поклевывает, поклевывает и поклевывает. Ну вот 2-3 белых опарыша, вот чисто белая, она не хочет. Ей надо, вот видите, контрастный цвет. Красный, вот без разницы, опарыш или мотыль. Но у меня там красного опарыша особо нету. Но рыбка есть. Рыбка есть, и это радует. Значит, мы с вами половим. Сегодня у нас 17 апреля. Вчера я был на дроздах. Вчера, как вы видели, дождь, да? Сегодня такая погода хорошая. Закон подлости. Как на рыбалку, тогда какой-то дождь, вьюга. Схватила прямо на течение уклеечка. Из рыбы у нас остался только уклейка. Как бы ее можно половить. Но давайте-ка попробуем докормить. Как-никак я замешал килограмм корма. И грунта взял его просто с обычной крытами. Даже не просеял ничего. Так как есть его. Поменьше травы, чтобы было. Просто накидал. На глаз где-то 50 корма, 50 земли. У меня получилось. Кормить я уже буду на глаз. Так, примерно я уже знаю, где у меня течение, где у меня обратка. Кидаю в короб, желательно в обратку, чтобы она крутила. Ну, на дольше хватало корма. О, пошел поплавок, ребята, пошел прямо на точку за корм. Не знаю, представляете? Куда кидаю корм, туда полетел поплавок. Ай, вот уклейка. Опа. Ты какая? Блин, хотел опарыш еще в корм добавить. Забыл. Ладно, в следующий раз, возможно, мы это сделаем. Давайте оденем 3 опарыша, закинем. Как мы видим, на белого опарыша поклевывает в основном только уклейка. А если я одеваю белого красного опарыша, либо белый опарыш и мотылик,
то тогда вылетает густерка, плотвичка, ельчика поймал. Видите, плотвичка и густерка предпочитают такую более контрастную насадку. Но и не объемную. Одеваешь большую, тогда не хотит тоже. Почему, непонятно. Ну, я в этом году первый раз еще с баллоночкой. Как мы уже покатаемся с вами тогда, возможно, будем что-то как-то и понимать, принцип действия. А пока так как есть. Ну и что, весна. Вчера было холодно. Погода мерзкая, как вы сами видели. Все. Как мы ловили на дроздах, а сегодня такая солнышко, тепло. Ночью, правда, морозик был, но надо было ночь. А днем тепло. Сейчас к вечеру опять холодает, холодно довольно. Солнышко садится, уже чувствуется прохлада. На прикормку, как мы видим, уклейка подскочила. Гадость. Где же наши ящики, алаулики, а? Ну, я очень часто проезжаю эту реку. В этом году мы будем с вами на ней ловить часто. С баллоночкой, там, может, с фидером где посидим. Посмотрим, покатаюсь, вот места посмотрю разные. Ай. Это была плотвичка. Хорошая, наверное. Ну, рыба, которая срывается, навсегда хорошая. Уклейка. Уклеечка. Интересно, а где же наша плотва? Я не понял. Вот видите, солнце село, и нет плотвы. И густеры, а? А она была, когда солнышко светило. Опа, клевочка сразу же. Оп-оп. Оп-оп-оп. Хорошо клюет, а? Зараза какая-то мелкая. Уклеечка. Вот, смотрите. На мотыля поймали густерку. Интересненько, интересненько. Ладно. Менять не будем, а просто пододенем мотылика. Давайте. То есть на опарыш она уже не хочет даже, на белого красного опарыша она не хочет. Поплавок стараюсь кидать, где у меня стоячая обратка, в обратку саму бросаю. И он потихонечку идет сам к течению туда, выходит. В обраточку, оп, и все, и за счет того, что течение у нас под всем берегом, он потихоньку сам идет к течению, проходит нашу точку ловли, закорма. Я закормил их, ну, где-то метр, не доходя основного течения.
Росгордонск такое. Оно видно по поклёвкам, какая рыбка поклёвывает. Понимаете? Если слой уклейки пробило, значится плотва. А если нет, то, ну, понимаете, то что. Я уже груза на поводок надел. Понимаешь? Я не знаю. Но она здесь... Такой стеной стоит уклейка. Я не знал, что ее так много на реках, на малых. Оказывается, много. На каждой веточке, травинки точнее, сидят вот такие вот клещи, готовые вас покусать. Ельчик. Надо чаще выезжать с поплавком. О, там что-то, ребята, хорошее. Гросс, Гордонс, дали какой? Нифига себе, заявочки. Тут ничего не было, а тут бах. Вот и разберитесь с этой рыбой, да, что ей надо. Поводок, кстати, 70 сантиметров, и я вам скажу еще, где-то сантиметр, где-то метр у меня получается, все оснастки ползет по дну, а потом же за такую, ну, хорошую придержку такую делаю, не церемонюсь. Опа-на, платичка какая хорошая. Есть. О, там даже что-то хорошее такое. Ребят, там что-то шустрое очень даже. О, ни хрена себе, мы там рыбку цепанули с вами. Галавль. Часов, еще нам часик, поедем уже домой. Это село прохладно уже, поэтому давайте-ка мы будем собираться домой. Поплавок где-то мой ушел, отклеилась. За полтора часа к нам никто не пришел, только платвичка и уклейка. В основном уклейка, очень много уклейки, понимаете, очень много уклейки. Еще полчасика мы с вами посидим. Поедем домой уже. Душу отвели. Половили. Так, ну что, ребят? За 2 часа. Даже меньше.
о шале, да? Рыба есть, как мы видим. Даже галавль. Небольшой, но галавль. Вот так вот, платничок.